Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. На севере страны во время дождя выпал град размером с горошину. На трассе Бельцы-Рыжкана выпал град, так что в течение нескольких минут земля была покрыта льдом. На видеокадрах видно, как черная земля из черной стала белой. Пока что неизвестно о каком-то ущербе в результате выпавшего града, передает НОМД со ссылкой на ТВ-8МД. По данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на всей территории Республики Молдова продолжаются дожди, а в некоторых населенных пунктах, центре и на юге страны дожди также могут сопровождаться грозами. Температура воздуха понизится на несколько градусов по сравнению со вчерашним днем. Таким образом, на севере будет плюс 19-20 градусов в полдень. В центре температура воздуха поднимется до плюс 21-плюс 22 градусов. На юге максимальные температурные значения составят плюс 23-плюс 24 градуса по Цельсию.